Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия, и сегодня я решила посетить канал такого ютубера, как Эксон, который сделал ролик под названием «Там, где Ролтон», и этот видеоролик появился на канале у Ботаника. А сегодня мы будем смотреть ролик этого ютубера под названием CSGO «Опасный Сильвер». Так, что у нас тут? У нас тут реклама, поэтому давайте сейчас перемотаем. Так, ну вот отсюда давайте начнем уже с вами смотреть. Посмотрим, про что же будет этот видеоролик. О, неплохо танцует. Неплохо танцует, слушайте. И поет неплохо парень. Посмотрим, что будет дальше. Я стреляю метко, ты в моих руках, ты марионетка. Я самый-самый опасный Сильвер. Действия мои неплохо. Страшности тебе не снились. Пам, выстрел по напарнику. Бум, гранаты, ебальнику. Парни серьезные, играть меня учат. Но они не понимают, что я в КС лучший. Мат за матом, как из автомата. О боже, напоминает мне некоторых моих тиммейтов. В тиме я тиран, учусь я на таран. Конечно, number one. Тактика сильверами давно уже проверена. Сидя крадусь и стреляю по врагу. Сиди крадусь. Что я в цель попаду. Я тут самый опасный Сильвер. Играю в крайне жестком стиле. Я стреляю метко, ты в моих руках. Ты марионетка. Классно танцует, блин, я бы так тоже хотела танцевать. А я вообще на самом деле танцевать не умею, к сожалению. Боже, как я убого пою, ну подпевать реально охота. Блин. Я до обнова была, кстати, 4 звездами, после обнова уже 2 звезды. О, кстати, классно так. Еще и по своей можно, ничего. Спину своих убивать нормально. За твое тело сито па-па-пау. Пули мимо, мой пронзил тебя кинжал. Не пронзил. Я тут самый опасный Сильвер. Играю в крайне жестком, стиле. Я стреляю метко, ты в моих руках, ты марионетка. Так вот так вот классно делают, движения такие интересные. Сильвер, играю в крайне жестком стиле. Друг, я стреляю метко, ты в моих руках, ты марионетка. Боже, как я убого пою, мне стыдно. Но серьезно, вот офигенный ролик, и когда смотришь, охота реально подпевать. Хоть ты не умеешь петь, и ты это понимаешь, но ты будешь петь. Напишите в комментариях, подпевали ли вы, когда смотрели это видео. Я однозначно ставлю этому ролику лайк, потому что он очень сильно мне понравился. И думаю, после того, как я вот сниму эту реакцию, отмонтирую ее и залью на YouTube, то я пересмотрю этот ролик еще раз, и потом в свободное время буду пересматривать его еще несколько раз, потому что он просто мне запал в душу, ребят, потому что реально и парень классно спел, и классные там движения, то есть он сделал, как там танцует один представитель спецназа, один террорист, там как они танцуют, потом мне понравилось, как по лангу летел вот этот террорист, так знаете, как Супермен, и еще вот мне понравился текст, то есть реально была высказана вся правда о Сильверах, считают себя самыми крутыми, рашат, у них всегда есть своя тактика, всегда матерятся, вот серьезно, очень громко матерятся, вот те люди в основном в КС-ке, которые постоянно орут и матерятся, это как раз и есть те самые Сильверы, потому что если человек не умеет сдерживать свои эмоции, то он начинает волноваться, начинает злиться, и у него не то, что там не получается апнуть ранг, он просто даже в хороший счет сыграть не может. Ну, как-то так, ребят. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот ролик, и также поставьте лойсик моему ролику, ну и вот этому ролику, если вам понравился мой ролик или же ролик Эксона. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видеоролики, и делитесь моими видео с друзьями. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Я вас очень сильно люблю. Всем пока-пока!